О, смотрите, какой ко мне автомобил подъехал. Это ты так, типа, в тапочках катаешься? Круто. Транспортная компания Альберта привезла сегодня отшельникам сухпайки. Это сегодня... Сегодня, короче говоря, утро начинается с подъезда вот такой машины. Альберт сухпайки передал и керосин. Но у нас с керосином туговато, вот он передал. Смотрите, это актуальные номера. Его компания, грузовая, там несколько машин, осуществляет перевозку сборных грузов по маршруту Нюрба, Мирный, да? Ленск. Это только в эту сторону или еще куда-то? Айхал удачный. Передуй. То есть с Якутска только в нашем направлении или в другое тоже? Да, в это только направление. А, только в это, да? Не на Нерюнгри? Пока сюда ездим. Может, там еще дальше. Хорошо. Во все направления. Понял. Ну, имейте в виду. Телефоны я вам показал. Ну, это для жителей Крайнего Севера. Вот видите, как вареники ездят. Круто. Все, ребят, запомните, пожалуйста. Это для перевозки грузов вот здесь, по Крайнему Северу, в наше направление. Вот так, до майки. Давай. Обалдеть. Ну, потому что температура уже класс. В Нюрбе весна начинается, самая настоящая. Так, ну сейчас покажу, что привезли. Привезли. Сейчас покажу. Ну, привезли вот что. С подарочков. Это сухпайки. Военные. О. Военторг. Армия России. Это тоже своего рода сухпайки. Вот тушеночка. Гречневая в пакетах для варки. И макарошки. Вот такие вот. Стрим еще не начался, а вот подарки уже пошли. Спасибо вам огромное за поддержку, ребята. Спасибо большое. Итак, друзья, сейчас едем к отшельникам. Рад вас приветствовать на своем канале. Давайте начнем. Итак, друзья, смотрите, какая история. Сейчас мы попытаемся прорваться на машине. Но по первым съездам, там в районе нефтебазы у нас есть вот съезд на речку, он последний, да? Последний из съездов. Если не получится по этому съезду съехать, то мы вернемся и поедем уже на снегоходе. То есть я один поеду, чтобы их потом вдвоем привезти. Так что первая попытка, посмотрим, что у нас получится. Сейчас доедем, я вам все покажу. Ну а сейчас на заправочку, конечно. На заправке у нас мама работает. Да, заправит, не заправит, сейчас посмотрим. Злая, нет. Итак, ну почему-то в телефоне моргает панно. Ну вот нам надо заправиться 95-м бензином. Он стоит 57,50. Солярка стоит 61,50. Ну почти 62 рубля. Вот. Здрасте, здрасте. Можешь заправиться? Ага. Ну и в путь. Тут у нас немножко зимние сказки. Красотища. Вообще. Мы здесь последний раз только на буранах ездили. На снегоходах. А я с той стороны проезжал на снегоходе. И нормально, практически. Практически нормально. Да, нормально. Вот в конце этого месяца начнутся снегопады, переметы, вот это вот все
ужас начнется. А так пока вот. Вот это мой бурановский след, кстати. И нормально все. Ой. Замечательно идем. И что примечательно, даже мою эту колею не занесло, бурановскую. Это я был сколько, 3 или 4 дня назад. Короче говоря, все отлично. Едем практически как по асфальту. Ну вот, прекрасно по наледи ехать. Просто превосходно. Она, получается, ее не успела занести сильно. И вот по наледи просто великолепно доехали. Просто великолепно. Сейчас нам еще предстоит. Так. Вот там стоит холодильник. Здесь пушнистая для набора льда. Или воды. Ну вот мы приехали. Сахар, заварка, керосин пока. Просто. Артем. Так, ну. Дым идет из трубы. Значит, он дома. Значит, он дома, ага. Нормально, думаю. Думаю, все дома. Думаю, все дома. Не, ну если лыжи стоят, то это точно дома? Да? Куда же без лыж-то? Куда же без лыж? И рюкзак здесь точно. А нету. Книжку читал. Кутуз здесь. Печку подложили. Да, его самого нету. Жалко. Ладно. Ну где-то ходит. До Женьки, да? До Женьки сначала поедем тогда. Видите как? Чтоб выхлоп. Через выхлоп, чтобы мороза не шло, батарейка и затыкается. А, или да, чтобы. Да. Если будет выходить, то получается там быстрее его заткнет. Это он переделал, по-моему, да? Где-то же в другом месте было, по-моему. Картина. Фотографии. А, да, точно. О! Пришел. Привет, и. Ну что, собирайся, поехали. А, ты приготовился? Не, тогда мы действительно сейчас пока туда-сюда. А если застрянем, копать кто будет? Ну ладно, давай тогда готовься. Я на машине, да? А что? Вообще асфальт. Вообще отлично. Там ты сядешь сейчас? Не сяду. И на той тоже сядешь. Ну, постараюсь не сесть, что. Машина зверь, водитель ас. Нормально. Так, все, давай тогда. Ладно. Да что ж ты скажешь. Все тогда. Ну, что? О, боже. Да, ты ждешь нас, ага. Давай. Радостный такой. Ну, я и грузовику. Дай мне шарню нахуй. Упурдык. Чурка. Сам дурак. Все, сейчас будем. Тимоха, короче, опять со здоровьем мучается. Что-то у него состояние, он говорит, не очень. Нет, то, что поедет, однозначно. И это даже путешествие ему будет на пользу. Но вот то, что состояние не очень, это в пользу моей теории, что надо все-таки перебираться бы с этой глухомани куда-то хоть более или менее, где хоть медпункт есть. Так что вот такая вот история. Ладно, едем. У нас тут такое творится. Да, мы тут еле едем. Сейчас мы до этой штуки добежим.
такая, ага. Пипец. Еле едем вообще. Да. Нехорошо едем, сразу. В прошлый раз было лучше намного. Старые следы нашли. Я не знаю, если на них залезть, возможно, хорошо пойдет, а возможно, залезем. Возможно, застрянем вообще. Ну, лучше стало немножко. Нет, нет, наоборот. Я же чувствую по машине. Вот и все. Короче, приехали. Берем лопату. А, нет? Не, не. Да, сейчас да. Встрянем. Все, встряли. Встряли, откапываемся. Ну, вот таким образом мы встряли. Надо, нам надо было по свежаку ехать все-таки. Не надо было сюда ехать. Ну, ничего, сейчас откопаемся. До Женьки уже осталось пол реки. Ну что, поехали? Катаемся. Так. И назад. Со всей дури. Туда. Из этих следов выбраться. Вот так. И вперед. О, Женька идет. Да, Женька идет. Круто. Очень, очень трудно ездить. Да. Опять стрельны. Да, встряли конкретно. А Женя, ну, с лопатой что? Идет. Да, копаемся дальше. Так. Ну, вон Женя идет. Да. Жалко, короче, вот уже в Вилюй не переезжаем, но есть снегоход. Так что, в принципе, это все ерунда. Да, можно, короче, там оставаться. Я его ночью вот там оставлю. Ну, как в прошлый раз было, как бы. Да-да-да, спереди тоже. Все барьеры убирай. Женя уже ближе. Весь уже собранный. Канистра для топлива. Лопата, чтобы нам помочь копать. Короче, все дела. Евгений, здравствуйте! А чё вы с лопатой? Не так. А? Не так. Чё вы с лопатой? Откапывать чё? А, откапывать? А чё, не надо? Не, надо, конечно. Жизнь, нормально. Сейчас. Всё, в следующий раз только на этом. К тебе. Только на Буране, ага. Сейчас же еще в этом месяце начнутся снегопады, да? Конечно. Ветра, снегопады. Привет, Артёмка. Я уже сказал. Хочу с лопатой делать. С лопатой? А мы ее там оставим. Я тебе еще кое-какие презенты сейчас привез. Я думал, там в этом оставим. Ну, сейчас увидишь. Подписчики, привет, салют. Видите, как жильчает. Господи, красота. Красота, и конечно. Это нет не остающих. Птичек не хватает, да, поищу? А? Птичек поищу не хватает. Птичек? Ну, нормально, птичек действительно не хватает. Ладно, все. Копаем.
Все. Добрались. Вот и все. Так, 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 давай, 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 родная. Ты по своим следам задом хочешь, да? Да, задом по своим следам. Как этот, да? Ювелир. Что я могу сказать? Туда-сюда. Обратно. Едем. Прекрасно едем. Тет-тет-фу. Так, отлично. Хорошо укрытие у вас. Так, тут разворот небольшой был. О, все, попер уже не в ту степь. Сейчас к наледи проедем, развернемся. О! А, хрен. У Тимохи вообще прелесть, да? А вот у тебя тут, видишь, такие штуки. Доку надо будет заскакивать с сумасшедшей скоростью, потому что можно стрелять. Ой-ой-ой. Такси подъехало. Где он? Куда бы выходил? Да он уже этот. Он уже на готове. О, блин, замерзла, зараза. А, вот у него вещи лежат уже тут. Рычаг замерз. Я за вещами. Парковка не срабатывает. Зараза. Ладно. Все как надо. По правилам. Ты, по-моему, на помывку сказали, куда едешь. Не, давай в багажник. Ну, залезай давай, что ли, или ты залезай. Кто-нибудь из вас. Встали тут дорогу, все это самое. Перегороди. Какой. А канистру забрал? Да, забрали все. Так, нам грызи. Все, маленького отдай ее. Все в сборе. Все в сборе. Ну, кого-то все. Не хватает. Кого не хватает? Кутузова. Он не доехал до меня. Застрял. Все. У Женьки, если что, чупа-чупсы, он тоже чупа-чупсы. Я хорошо увидел. Все. Поехали. А, ты подошел в том. Ну я тоже, знаешь. Ну да, карета взяла. Ё-моё. Ты чё, я рассматриваю? Залипло. Земля от дерева отходит сейчас. Лопается земля. А, сейчас в данный момент, да? Ну. И вот начинает это. Заморозка, да, начинается? По-любому. Ну, видишь как, я что-то решил на машине, но это последний раз, сейчас да, как начнет, начнется, снег, да, начнется, ветра, да, делать. Всякая ерунда, и все, и не будет ничего, не получится уже подъехать. Сейчас главное тут подняться, и все. Выехали.
Владимир выглядит очень теплым. Потому что здесь тепло. Это торговый дом Туймада у нас такой. Центр. Центр города. Да. Ой-ой-ой. Залазим сюда. Вот он топится дровами у нас. Но ничего. О! Масочный режим у нас 15 числа отменяется. Ну, короче, карантин у нас 15 числа отменяется. А в этот вот сейчас вот так придет, приходится. Красота какая. Конечно, ну что ж ты рассказываешь? Селедку берешь. Селедку берешь. А ты будешь селедкой? Конечно. Рыбы не хватает или что? Я не понял. Рыбы-то хватает. Три у тебя будь того на последний. Как всегда, все нормально, рыбаки селедку закупают. Это вообще что-то с чем-то. Вот. 480, ага. Вот, короче, только у Ивана в Нюрбе продаются вот такие свечи. А вот Иван. Все отлично. Так, ну нормально. Все скупили, прикупили. Едем домой. Ну вот и все, скупились. Ждем Яна Владимировна, когда с работы придет. Накормит. Ну и потом там уже стрим. Сообразительная тетка, бля. Не стерва. Была бы стерва, точно полезла. Ты соображаешь? Да что вообще себе позволяешь, Лазов? Да это не я. Пузырьки эти ваши.